Есть как хорошие, так и плохие новости, командующий. Исход войны не изменился, советы сдались. Плохие новости. Юрий все еще на свободе. Мировые лидеры предпринимают все усилия. Они встречаются в секретном месте для подписания договора с советами. Приказы генерала ограничены. Добрый день, лейтенант. Где происходит эта совершенно секретная встреча мировых лидеров? Я не... Помоги мне. Лондон. Лондон в Англии. Здание парламента. Что, черт возьми, происходит? Зафиксирована несанкционированная передача. Отключите спутник. Или взорвите его, если необходимо. Я его поджарю на медленном огне, так как у него не получилось клонировать союзных лидеров, ему придется прибегнуть к более прямым методам. На встречу в Лондоне сейчас подписывается мирный договор с советами. Отправляйтесь туда как можно быстрее, а вы направьте медика к лейтенанту. Ох уж этот Юрасик. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей Crazy Life, и мы продолжаем проходить Ра-2 Реванш Юрия. Принята передача. Это очень важная встреча, командующий. Если соглашение будет подписано силой Советов, объединятся с нами в битве против Юрия. Мы создадим оборонительные позиции около здания парламента. Что-то мне подсказывает, что Юрий пойдет в атаку с востока. Он может даже пробраться по Темзе. Мы должны создать непроходимую морскую воздушную оборону. Лидеры уже прибывают. Если они подпадут под его влияние, все, что мы сделали до сего момента, будет напрасным. Понятно? Понятно. Ты же не хочешь, чтобы вице-президент управлял страной, так ведь? Вообще, сперва создается оборона, а потом уже они приезжают на встречу. А тут получается наоборот, они сперва приехали на встречу, а теперь мы должны создать оборону. Но ничего страшного, в принципе, миссия не такая уж и сложная. Получено управление. Уж как-нибудь разберемся. Ну что, ребят, давайте для начала пехотинцев засадим по этим зданиям. Разворачиваем базу. И как можно скорее развиваемся. Вначале нам дают немного времени для того, чтобы развиться, для того, чтобы сделать оборону. Давайте немножко прокатимся. Дело в том, что здесь есть нефтяные вышки, которые можно захватить успешно. И сейчас мы это сделаем. Строительство завершено. Строительство завершено. Что ж, хорошо. Завод по Харвестерам. Нам изначально дали немножко юнитов для того, чтобы разместить их по зданиям, для того, чтобы вообще, в принципе, поездить по карте, осмотреться. Так. Куда-то я не туда, похоже, заехал. Давай. Во, а вот и вышки. Можно как-то туда наверх проехать? Ладно, ломаем забор. Можно сразу инженера взять с собой и отправить их, соответственно, к вышкам. Здесь есть еще одна вышка. Так ты забор. Во, ломай. Хорош. Все, танк отправляем обратно. Строительство завершено. Завод по Харвестерам строим. Заказываем казармы. Строит. Новые опции. Чуток вперед их. Сильно близко их тоже подводить не нужно, потому что там еще Юрий будет ходить. Новые опции. Перемучивать будет наши войска. А военный завод. Так, давайте инженера и пехотинцев. Пехотинцев нужно побольше. Во-первых, нужно в это здание посадить, в это еще досадить, в это досадить. Юнит в общем, готов. Очень много пехоты нужно. Так, отлично. Этого отправляем сразу сюда. Этот у нас идет суды. Этот суды. Все. С экономикой вроде более-менее разобрались. Готов. Осталось построить только еще Харвестеры. Сейчас будем, соответственно, подстраивать вышки защитные, будем подстраивать оборону, танки и так далее и тому подобное. Приобретены дополнительные ресурсы. Строительство отлично. Завершено. Строим, что бы еще заказать? Новые. Наверное, давайте электростанцию, здесь ПВОшку, здесь Харвестеров. Я думаю, 4 штуки нам хватит. Но плюс еще 5 у нас есть. Пехота строится. Готов. Давайте, ребят, сюда. Одного забираем и садим в это здание. Строительство завершено. Строительство. Нравятся завершено. Мне такие миссии, где нужно обороняться. Так, запилим ПВОшку.
Еще строит. Одна пусть строится. Пехоту забираем, отправляем суды. Так, а здесь максимум, здесь тоже. Отлично. Закажем еще немножко. Харвестеры строятся. Юнит готов. Так, здесь закажем, строит. Соответственно, аэропорт. Захвачен очистительный завод. Приобретены дополнительные ресурсы. Вообще надо побыстрее построить научное здание для того, чтобы строить миражей. Они в обороне очень войска. Хороши. Техника, юниты будут от них строит. Просто рассыпаться. Юнит готов. Строительство завершено. Новые опции так, отлично, закажем вот это. Строит. Здесь нам доступны уже плазменные вышки. Ну что ж, остается немножко подождать. Завершено. Строит. Я так понимаю, что скоро Юрий уже пойдет на меня в атаку. В принципе, у меня более-менее все готово, хотя я еще юнит хочу плазменных готов. Вышек побольше построить. Сейчас давайте последнюю ПВОшку запилим и, соответственно, будем строить еще плазменные вышки. Пехоту забираем, сюда отправляем. Строительство завершено. Отлично, ПВОшка готова. Ну что, ребят, сразу закажем плазменную. Строит. Сейчас я как только построю научное здание, я думаю, что у меня просто отключится энергия, потому завершено. Что ее очень мало. Мало энергии. Вот о чем я говорил. Строит. Так, здесь, новые значит, закажем сразу миражей. Юнит у нас есть готов. Три прохода на нашу базу, поэтому предлагаю по 5 миражей на каждый проход. Сбора. Я думаю, что 5 миражей вполне хватит, чтобы отбить любые атаки противника. Строительство завершено. Так, отлично, электростанция готова. Давайте строит. Очистительный завод построим. Принята передача. Вам не победить, командующий. Да-да-да-да, Юра, да-да-да. Романов будет мертв. И союзные лидеры будут под моим контролем. Да. Вскоре вы будете просить меня о пощаде и прощении. Да, конечно, да, возможно, так все и будет. Возможно, вы останетесь живы в качестве бездушного раба. Конечно, конечно. Это может позабавить меня. Недостаточно средств. Юрасик, ты эти сказки своей бабушке расскажи, может, она больше поверит. Мы не сдадимся. Кстати, меня в РА-2 просили очень часто построить шпиона, типа, что это хороший юнит. Но против Юрасика я строить его не буду, потому что башни-бутилки его палят. Завершено. Вот. Невозможно, так что он против Юрасика будет не очень эффективен. Строит. Ох, я чувствую, сейчас опять энергия обрубится. Короче, ребят, юнит надо не втыкать, готов. Соответственно, следить за энергией. Потому что вроде как он уже скоро пойдет на меня в атаку, невозможно у меня, соответственно, очень мало энергии. Ну давайте, давайте, шустрее, ребят. Строительство завершено. Отлично. Мало энергии. Да я знаю. Юнит готов. Закажем еще 5. Ждет. Прервано. Здесь осталось как еще одного сказать? Дождаться. Потом поставим на центр и на этот выход. К сожалению, эти мосты сломать нельзя. А те мосты, которые сломать можно, их очень легко определить. Дело в том, что те мосты, завершено. Которые починить можно, значит, те можно и сломать. У них есть характерная такая будочка завершено. Желтая. Закажем строит. Еще одну. Юнит готов. В принципе, можно плотником строить. Строит. Да ни хрена себе, сколько энергии-то нужно. Давайте я следующую вышку пока строить не буду, пусть у нас лучше энергия будет. Так, это строится. Давай-ка на центр. Новая точка сбора. Здесь у нас пятерочка есть уже. Надеюсь, вы готовы, командующий. Войска ни хера я не готов, Юрасик, подожди. У меня энергии нету. Так что будьте осторожны. Все, ребят, еще одна электростанция. Завершено. Юрася, подожди, у меня нет энергии. Строительство завершено. Юрий, не пузи. Лучше ты, блин, подожди. Строительство завершено. Короче, ребят, юнит нон-стоп электростанции готов. Строим. Здесь, строит. Ну, сюда можно запилить. Нихера себе, сколько танков. Но здесь очень много пехоты, он просто до меня не доедет. Также это здание можно будет починить с инженера. Строительство неудачник. Завершено. Даже проехать не может. Строит. Давайте вот это здание юнит запилим, которое готов. Открывает всю карту. Строит. Еще закажем. Давай-давай, иди сюда. Во-во-во-во. На пехоте очень хорошо звездочки набивать. Звездочки, галочки эти.
Ой, какие молодцы. Красавчики. Ресурсов становится все меньше и меньше. А сколько у нас карвестеров? 5 штучек. Силовой отлично. Силовой щит готов. Силовой щит готов. Строительство завершено. Йента хорошо. Юнит готов. Только я им никогда не пользуюсь, потому что он... Ух, ни хрена, все сломал мне. Потому что силовой щит отключает всю энергию. Йента очень плохо. Завершено. Я даже не представляю, в каких случаях он будет эффективен, то есть когда его лучше использовать. Никогда его не использую. Закажем еще миражей. Строительство завершено. Так, еще строит. Электростанция. Юнит готов. Денег очень мало. Так, ребят, давайте поставим сюда. Новая точка сбора. Очередная атака на мою базу. Безуспешная. Заранее скажу. На изи просто разлетается. Может, сделаем такой небольшой проход? Это будет дорога смерти, так скажем. Он будет мимо меня идти и, соответственно, умирать. Юрий называет эти штуки вдохновителями. По своей сути, это хренители, сейчас мы их уничтожим. Который берет под свой контроль все, что приближается к нему. Не приближайтесь к нему. Да я понял, что не приближайся. Юрий готов. Пусть проезжает. Строительство завершено. Вроде он не должен их запалить, наши танки. Невозможно развернуть здесь. Так, отлично, вышка готова. Юнит давайте повыше. Еще ПВОшное. Строит. Он может танк перемутить у меня. Он здесь всего лишь один. Нет, возвращается назад. Короче, он что-то, видать, передумал ко мне идти. Поездил, немножко урона получил. Юрасиков на меня посылает. Они вообще на муви отдаются. Черт побери. Командующий, мы наблюдаем что-то вроде НЛО. Либо это НЛО? Есть такое. Либо Юрий еще ПВОшку. Смотрел телевизор. Будьте осторожны, командующий. Да, Юрасик, видать, точно X-Files пересмотрел. Но его это не спасет. Недостаточно средств. Вообще просто на муви отдается. Юнит повыше. Здесь тоже проезжает, умирает. У нас здесь очень много ПВО, так что я думаю, справимся. Юнит готов. Строительство завершено. Еще одну построим. Мало НФ. Юрий атакует парламент. Ах ты чертяга, а? Добрался до моей электростанции, ребят. Ремонтируется. Ждет. Срочно, машины ПВО. Юнит повышен. Установлена ах, новая ты чертяга. Точка сбора. Короче, ребят, так юнит близко электростанцию не нужно было строить. Ремонтируется. Давай, быстрее. На нашу базу совершено нападение. Какой-то несчастный с военной ложкой одной прилетел и замутил юнит меня. Готов. Хотя нет, почему одной? Там было несколько. Юнит повышен. Там было их две штучки. Но ничего страшного, сейчас мы восстановим, соответственно, энергию. Самое главное, эту наложку убить. На нашу базу совершено нападение. Давай. Юнит повышен. Ни хрена у него там войск. Юнит все, готов. Отлично, ребят. Пусть они дальше давай строятся по ложке. Немедленно туда, командующий. Там ведь президент. Нормально все. Ремонтируется. Юнит повышен. Тарелки пытаются долететь. У них успешно это получается. Ничего страшного, у нас машинки строятся. Юнит давайте повышен. От этого поближе. Юнит потерян. Юнит ах, чертяга, готов. Четко бьет по машинке. Юнит еще повышен. Закажем. Юнит ресурсов вообще нет. Так, ребят, стоп. Давайте откажемся прервано. Пока от этого здания. Мне самое главное сейчас завалить вот эту НЛОшку. Юнит потерян. На нашу базу совершено. Вот чертяга, что творит. Какой-то несчастный НЛОшкой до меня долетел. Ремонтируется. Сейчас машинка следующая выйдет. А, отлично, готово. Давай, бомби ее. Здорово. Короче, ребят, сейчас строим побольше этих машинок. А, можно даже... Нет, давайте восстановим еще одну вышку. Прекрасная работа, командующий.
Спасибо. Соглашение было подписано. Мы выяснили местоположение лондонской базы Юрия. Советские войска вот-вот присоединятся к нам. Используй их. Сожги эту базу дотла и развей пепел. Недостаточно средств. Ну что ж, хорошо, попробуем. Кораблики. В принципе, можно и корабликами. Но я особо корабли не люблю, потому что они не очень мобильны. Лучше использовать старые добрые танки. Давайте выезжаем, посмотрим, что там вы мне приготовили в качестве подарка. Но здесь есть два дрендоута, получается, три ПВОшки и три подводных лодки. Ну, как-то не очень, если честно. Так, давай-ка стройся. Эти машинки пока пауза. Ох, ничего себе ресурсов тут. Короче, ребят, давайте сделаем проще. Закажем инженера. А ты где у меня выходишь-то? Я что-то, ребят, казармы потерял. А, вот. Отлично. Забираем все харвестеры и отправляем сюда. Захватим эту нефтяную вышку. А плюс еще можно туда пехоты подстроить немножко. Для защиты. Ну, что-то я погорячился, наверное, столько хватит. Это пока отменим. Прервано. Танки наши помогают. Давай-давай, бомби его. Да тут без шансов, у меня очень много ПВО. Плюс еще советских ПВО очень много. Так, инженер, ты когда построишься? Еще только наполовину. Плохо, что он здесь мне вышки разрушил. Можно, конечно, ребят, попробовать кораблями. Можно построить даже свою верфь. Но это очень долго будет. Они очень немобильные, эти кораблики. То есть, получается, надо сюда приплыть, пока они там... Вылетать эти самолеты будут. Лучше, я не знаю, по старинке. Плазменные танки и все. Дешево и сердито. Но правда дешево, как я уже говорил, их нельзя назвать, потому что они нихера не дешевые. Но очень эффективные. Ну давай, 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 телепортируйся. Дайте мне ресурсов. Что-то они не хотят телепортироваться. Ну сделаем тогда вот так. Ну-ка. Недостаточно средств. Так бы сразу. Мне бы еще богатых минералов подсыпали сюда, было бы здорово. Но пока имеем то, что имеем. Отправляйся сюда, сразу получим 1000, плюс еще будут деньги набегать. Юнит готов. Юнит готов, отлично. Да я думаю, что столько хватит, потому что пока что он там никак не особо не реагирует на мои харвестеры. Ну что, ребят, наверное, сразу хотел сказать, закажем плазменных танков. Забыл, что у нас нет еще научного здания. Стоит ли заказывать хроносферу, я не вижу в этом смысла никакого. Здесь, в принципе, ничего такого серьезного. Вообще, как я и говорил, иногда люблю делать так, что выбираешь хроносферы какие-нибудь войска и топишь их. Но это не наш случай, потому что у него ничего серьезного-то и нет. Пока, соответственно... Ой, ребята, ребята, куда вы? Давайте обратно. Пока, соответственно, мы построим завод, пока мы построим, соответственно, танки. Можно просто, не знаю, корабликами покататься. Не думаю, что мы далеко ими продвинемся, правда. Новые опции строительства. Не, ну попробовать стоит. Установлена новая точка сбора. Закажем побольше плазменных танков. Ты по кому там бомбишь-то, а? Похоже, там какая-то подводная лодка была. Сейчас мы все проверим, ребят. Сейчас все проверим. Юнит готов. Аккуратно продвигаемся. Пока танки строятся, сейчас немножко его побомбим. А потом уже добьем танками все, что осталось. Чтобы, как говорится, без дела не сидеть. Юнит готов. Nice day for a cruise.
Давайте, давайте. Ну что, очередная партия НЛОшек летит к нашей базе. Посмотрим, надолго ли их хватит. У нас тут уже достаточно хорошая оборона ПВО. Так что я думаю, что у них просто нету шансов. Недостаточно средств. Так, ребята, ну-ка давайте бомбаните вот это. Ой-ой-ой, там подлодки есть. Юнит потерян. Отводим. Парламент под атакой. Немедленно туда, командующий. Что там президент случилось? Ой, да подумаешь, немножко продамажили. Давай бомби. Два дрендоута — это сила. Бам-бам-бам-бам. Отлично. Готов. Ну что, ребят, давайте зададим им цели для атаки. Базу тоже можно взять потом. Пусть вот так вот они бомбят, бомбят, бомбят. Силовой щит готов. Все, отлично. Этих ребят поближе, если что, он там на меня полетит. Будем отбиваться. А ни хрена себе. У него ПВО неплохо работает, я смотрю. Вообще ракеты не долетают. Вот это поворот. Хорошо, не вопрос. Поехали, ребят. Юнит готов. Сейчас мы вынесем быстро его. И ПВО, и базу. Все вынесем. По идее, можно было построить побольше харвестеров, для того, чтобы они просто вереницей ездили, собирали минералы. Но у меня просто нет никакого желания, это очень долго. Это надо очень много времени потратить, чтобы вообще, в принципе, построить эти харвестеры, плюс еще ждать, когда они там насобирают все это дело. Проще уже плазменные танки сразу запилить. И у все будет готов. Хорошо. Сейчас так аккуратно будем его поковыривать. Самое главное — не подставлять их. Юнит потерян. Ни хрена себе он намутил. Воу-воу-воу-воу. Юнит готов. Короче, ребят, на перехват срочно. Ага, отмутился. Тихо-тихо-тихо, на перехват. Ни хрена он все подряд мутит. Чертяга, что творит? Недостаточно средств. Юнит готов. Отлично. Ха-ха, неудачник. Отмутили свои танки. Тихо-тихо-тихо, не бузи. Юнит а близко-то подъезжать-то и нельзя, потому что там пушка-мутилка. Ну, нормально. Более-менее. Короче, ребят, миражи брать с собой нельзя, потому что, блин, все замучивается, перемучивается. Юнит готов. А есть у него еще эти танки? Вроде нету. Больше я не вижу. Вот как было два, так мы их уничтожили. И ракеты начали долетать. Здорово. Короче, ребят, сейчас сделаем хитро. Сейчас у нас не так много плазменных танков. Мы проедем и сделаем такой небольшой ход конем, что называется. Мы сейчас просто задолбим эти ПВОшки, чтобы наши ракеты долетали. Ракеты будут долетать, обрабатывать его полностью базу, будет все нормально. Во, сейчас вот эту херобуру. Потихонечку пехоту гасим. Аккуратно продвигаемся. Снизу у нас все прикрыто миражами, тремя звездочками в том числе.
Тихо-тихо, танки, поехали. Ой, как вас много, ни хера себе. Ах ты чертяга, а? Разобрал меня все-таки. Ну что, используем миражи, не вопрос. Куда ты идешь? Иди сюда. Миражи сейчас с тобой быстро разберутся. Я, главное, поехал туда, он вниз поехал. Сейчас все забомбим. Готов. Так, тут вроде пушек, мутилок нет. Здесь можно аккуратно так вот проехать и сделать небольшую диверсию. Сейчас нефтяную вышку бомбанем. О, хорош! Недостаточно средств. Так, аккуратно проезжаем суды. Юнит потерян. Да, лучше так не делать. Они не очень хороши против зданий. Но ракеты вообще, по-моему, не долетают. Еще немного плазменных танков построилось. Забираем. Короче, эти плазменные танки нужно беречь как зеницу ока. А то у нас ресурсов не так много, и каждый плазменный танк приходится подолгу ждать. Юнит готов. Вообще не долетает, блин. Ну, тут просто очень много ПВОшек. Сейчас плазменные танки доедут, разберутся. Харвестеры добывают, нефтяная вышка стоит. Давайте, давайте, ребят, шустрее. Юнит готов. Танков очень мало плазменных. Юнит готов. Я просто переживаю за то, что у меня, в принципе, если он наломится, я не знаю, какими-нибудь танками своими, может, мои танки плазменные разобрать. Юнит повышен. Воу-воу-воу-воу-воу. Минус танк юнит сразу. Угу. Юнит повышен. Юнит атака по готов. Базе. Отлично. Чуток отводим. Берем миражей, подводим поближе. Юнит повышен. Миражи с пехоты разбираются очень быстро. Ну, в принципе, плазменные танки тоже, но у меня их очень мало. Им нужно немножко времени на перезарядку. А, так он вообще все продал. О, давай, давай, давай. Давай, иди на меня в атаку. Эй, ты кто такой? Что он там делает? Это даже не завод Юрия. Недостаточно средств. Давайте встретим его. Хотя нет, плазменными танками встречать вот эти хероборы очень опасно. Готов. Давай, давай, подъезжай поближе. Добывающий комбайн под атакой. Вообще живучий, ребят. Миражи с тремя звездочками не могут их задолбить. Плазменные танки тоже. Юнит готов. Юнит жесть, потерян. Вот это у них броня так броня. Добывающий комбайн под атакой. Так, это все? Больше ничего у меня нет? Но, похоже, больше ничего нет. Победа! Задание выполнено. Юнит готов. Ну что ж, ребят, поздравляю с очередной успешной победой. Не забывайте, что ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.